Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем вместе с вами играть в нашу любимую и замечательную игру «Симулятор автомобиля 2». Как видите, дорогие друзья, сейчас я нахожусь в салоне нашей любимой и крутой тачки Bugatti Chiron. Но перед тем, как мы начнем, я покажу комментарии ребят из прошлого видео. Многие догадываются, где они могут находиться, а новые зрители даже и не знают. Они находятся в багажнике моего Bugatti Chiron, и это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в следующее видео и, возможно, в багажник этого Bugatti Chiron или в любую другую тачку, на которой я буду ездить в следующем ролике. Поэтому, дорогие друзья, очень легко, реально очень легко можно попасть в видос. Просто написал личи, ПЖ, добавь меня в ролик, и ты попал. Но если ты по каким-то причинам, ну никак не можешь попасть в видос мой, то тебе в таком случае поможет мое кодовое слово, которое спрятано где-то в середине, в начале или в конце видоса. Я не знаю, где именно, подсказки не даю, но нужно его найти. Не надо читать комментарии и писать те кодовые слова, которые написали другие ребята, потому что иногда пишут неправильные. Лучше досмотреть ролик до конца и написать правильное слово, потому что иногда ребята путают и пишут неправильные слова в комментарии. Поэтому никому не нужно ни на кого надеяться, а найти самому. Поэтому присаживайтесь поудобнее, прям берите там чай, кофе, что-нибудь там сладенькое, потому что ролик будет очень клевый. Я еще на 10 тысяч подписчиков обещал вам ролик на такой долгий, про парковку. Я вот многие, наверное, подписчики знают, что я как бы обещал. И все-таки этот момент настал, дорогие друзья. А также хочу поблагодарить вас за 18 тысяч подписчиков. Блин, дорогие друзья, вы растете с каждым днем, и мне на самом деле от этого очень и очень приятно. Поэтому, дорогие друзья, если вы тут впервые на этом канале, обязательно подписывайтесь, потому что давайте уже поможем мне набить 19 тысяч подписчиков. Ну, уж очень хочу. А это для вас вот такой вот будет клевый ролик на, получается, долгий такой на парковке, который все хотели. И как видите, я буду испытывать самую максимальную сложную парковку. Самая сложная, самая жесткая, на самой быстрой и самой клевой машине в игре. Это самая дорогая, получается, донатная тачка, которую я не смог продать. И сегодня мы будем проходить самую жесткую парковку на самой жесткой тачке в игре. Блин, она на самом деле такая быстрая, поэтому я не знаю, получится ли у меня парковаться прям так клево, как игра хочет за меня. Посмотрите, где они хотят, чтобы я припарковался. Ого, они хотят, чтобы я припарковался, получается, на полицейском участке. А что я там забыл на полицейском участке? Ну-ка, ладно, давайте-ка заедем. Ой-ой-ой-ой. Так, давайте-ка без столкновений. Так, тут уже нам добавили вот такие ограды, как видите, дорогие друзья. Нужно аккуратненько, аккуратненько, получается, заезжать вот сюда в полицейский участок. Аккуратненько рулем вот так. Опа-опа-опа-опа-опа. Отличненько, отличненько. Заходим. Заходим в поворот. Опа-опа. Без столкновений. Потихоньку даем газку и наблюдаем за тем, какое жесткое задание от нас хотят. Ой, как много машин тут припарковали. Йоу-йоу-йоу-йоу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Она очень быстрая. Она очень тяжелая для такого задания. Пипец. Главное... Да, главное вообще спокойно это делать, потому что реально задача очень сложная для... Ну-ка, даем чуть-чуть. Если я просто сильно нажму на педаль газа заднего, то она может прямо отлететь и ударить другие машины. Поэтому аккуратненько, так, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, чуть-чуть вперед. Чуть-чуть вперед, так, аккуратненько. Эта машина не умеет давать чуть-чуть, она просто летит вперед, а не аккуратненько, так. Ну-ка, 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 ну-ка. Дядя. Ну, давай, давай, давай. Опа, опа, отлично, нормально, 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 нормально. Ручник. А теперь, наверное, еще или что они? Им не нравится что-то? Я же нормально прохожу задание. Вы что, дорогие друзья? Вы что, игра, ты прикалываешься надо мной? Ну-ка, давай. Опа, 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 опа. Отлично, йоу. По-моему, же клево, не? Ой, блин, 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 блин. Yes, отлично. Я случайно, nice. Все,
Я припарковался в нормальном месте, теперь у меня одно столкновение, у меня одна попытка осталась. То есть, если я сейчас случайно каким-то образом задену что-нибудь, то просто задача начнет заново. О, это жестко. Так, нужно аккуратненько выезжать отсюда, потому что это реально опасно. Блин, ладно, давайте поедем дальше. А, у нас еще 4 задачи за 5 минут. Йоу, это же жестко, слишком сложно, не? Какого они добавили такие сложные задания? Ладно, надеюсь, сюда нужно заехать передом. Отлично, а что вот тут сложного? Тут же ничего сложного нет. Опа, опа, все. А что, им не нравится, что я вот так заехал? Ладно, аккуратненько выравниваем машину. Выравниваем машинку. Стоп, ну-ка, и что? Им что-то не нравится? Опа, подождите, а что, то зеленое, то красное. Так, давай, у меня 5 минут. Опа, да блин, так нечестно, ну, что не так? Отлично, йоу, фух, успел. Так, теперь у нас еще осталось 5 минут. Жесть, я крут. 5 минут, жесть, я крут. Осталось у нас еще 2 задания, которые мы должны пройти за это короткое время. Блин, как же потно и жестко. Так, давайте-ка едем дальше. И что тут у нас? Еще приготовила игра нам крутую. Блин, нужно объезжать. Нужно срочно объезжать. У нас осталось 5 минут. И на самом деле этого времени, ну, очень мало. Я на самом деле что думал, что на каждое задание нам дается по 8 минут, а оказывается дается только на все задачи 10 минут или сколько там, 8 дали, блин, по-любому надо. А, как, блин, еще надо развернуться. Так, стоппинг, вот так вот. Если бы эта машина нормально тормозила бы. Опа, найс, с первой попытки просто изи, побежали дальше. Я даже не думал, что так быстро пройду задание. Вот это я круто справился, дорогие друзья. По-моему, за это нужно лайк поставить. Так, где у нас мы будем парковаться? Че, в лесу или где-то, в горах? Ого, это что такое? Это что у нас тут происходит? Я такого не видел в игре. Это что? Почему тут машины какие-то перевернутые, загоревшиеся? Это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Тяк. Блин! А вот это уже жестко. Это жестко. И где въезд на это дерби? Потому что тут какое-то задание, что надо припарковать тачку на горе. А где въезд, я не понимаю. Ну-ка, давайте-ка проверим. Наверное, там, где машина въезжала, вот эта, которая развернулась и загорелась. Блин, вот это, конечно, ей не повезло. Невезуха, да. Перевернулся какой-то там, какая-то тачка. Так, теперь аккуратно. Я думаю, эти камушки тут недаром находятся. Не просто так, поэтому нужно аккуратненько, так, тихо, стоять, спокойно, не задеть ни одного камушка, аккуратненько поедем по этому дереву. Блин, эта машина Bugatti Chiron, она не подходит для таких жестких заданий, но все же мы справляемся, и с третьим заданием я просто справился на изи с первой попытки. Надеюсь, хотя бы тут нужно парковаться передом, а не задом. Блин, это было бы на самом деле клево, и я надеюсь, что мы исполним эту задачу просто на максимум, на изи, да, тут просто осталось доползти до нужного момента, и теперь заезжаем и готовимся нажимать ручник. Просто я мастер парковки, в 20 тысяч мы заработали, блин, камон, дорогие друзья, это было клево. Давайте-ка проверим, какие еще из этих 4 заданий имеют сложность просто максимальную, которую мы сможем порвать просто на куски. Давайте-ка пройдем еще раз, потому что у меня прям скилл уже есть. Последние 3 задания, 2 задания я сделал с первой попытки, даже не задев ничего абсолютно, поэтому я считаю, что можно и двигаться дальше по этому пути и попробовать попроходить что-нибудь еще. Давайте кидаем ручничка, это кидать нужно, а не просто нажимать в пустое место, куда я там нажимал. Я бы попроходил вот эти задания, но я вот тут бы попроходил, но я их когда-то уже прошел, и у меня даже видео есть на канале, что когда-то я проходил эту парковку, поэтому я тут как бы был. Давайте посмотрим, что тут еще будет с максимальной сложностью. Ну-ка, так, это понятно. Так, максимально, низкая нам не нужна. Мы ищем максимальную. Так, давайте-ка пройдем вот сюда. Ну-ка, какая? Низкая. Ну ладно, низкая там нам не нужна. Мы хотим что-нибудь хотя бы максимально хардкорное. Ну-ка, средняя. Давайте-ка берем ее. Избегайте столкновений, естественно. Так, попыток у нас всего 2. 2 разрешения, 2, как бы...
всего лишь два раза нам разрешают попасть в какую-то в казусную ситуацию, поэтому давайте, у нас есть 2 минуты на выполнение 2 заданий. Поехали, поехали, опа, объезжаем всю суету, суету объехали и летим, 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 летим сюда, опа, 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 куда там, куда, 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 где припарковаться, где, куда, 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 я пока что не понимаю, ну-ну-ну. И чё, я буду вокруг да около ездить? А, вот сюда вот, и как, передом, задом? Это получается у нас автомойка. Ну окей, давайте-ка зайдем на автомойку аккуратненько. Ну-ка, сейчас помоем нашу Bugatti Chiron. Получается, на сложненькой моечке. И сделаем вот так вот, чики-пуки, опа-опа. Ну-ка, а чё, вам не хватает этого? Не нравится что-то? Ну-ка, ну-ка. Чё, не нравится? Вообще не нравится? Серьезно? С чего это? Я же вроде бы нормально припарковался. Или что, еще вперед вы хотите? Отлично, просто шикардос. Теперь нужно выезжать отсюда, я так понимаю, и заезжать в гараж. Типа мы помыли тачку. Окей, мы-то помыли ее. Она свеженькая, блестящая. Прямо вообще супер-пупер. Так, давайте-ка аккуратненько протиснемся тут. Протиснемся. Просто великолепно. Великолепно. И теперь, вау, вот это уже хардкор тут какой-то. Нужно объезжать тут мусорки и всякие прикольные штучки. И заезжать, получается... Вот сюда, задом. Оу, дорогие друзья, вот это придется помордоваться, походу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Просто с первой попытки. Good, nice. Very, very good. И теперь мы проезжаем. Давайте-ка попробуем пройти еще что-нибудь. Может быть, у нас есть еще задание парковки. Мы прошли вот это. Больше у нас никаких нету. У нас есть парковка, получается, вдали. Давайте-ка поедем там. Может быть, там будут сложные. Будем выбирать то, что будет сложновать. Потому что мы уже как бы скилл имеем. Скилл-то у нас уже есть. Зачем нам выполнять задание с низкой сложностью? Давайте-ка лучше возьмем по максималочке. По максималочке. То, что у нас есть максимально, мы это и будем принимать. Так, объезжаем все казусные ситуации и едем просто вперед на выполнение нового задания, новой парковки. Как я и обещал, будет у нас большой тяжелый ролик. И мы сейчас будем играть с вами весело, весело, весело и прикольно. Надеюсь, вам нравятся такие длинные ролики, потому что вы писали, что вы ждали. Так, а тут что за парковка? Тут что за парковка у нас максимально? Подождите, а мы ее проходили же, нет? А мы-то ее не проходили. Мы-то ее не проходили, оказывается. Мы вот тут проходили, да? Или где? А тут их 2 штуки, да, целых. Так, оказывается, парковочных заданий-то много в игре. Ай-яй-яй, а я не знал, а я не знал. Ну ладно. Поехали, давайте-ка попробуем принять вот эту парковочную задание с максимальной сложностью. Окей, давайте-ка на Bugatti Chiron-то мы сейчас-то заценим, что там вообще надо делать. Ну-ка, давайте, погнали, поморгаем там мини-купер, чтобы он нам не врезался. Ну-ка, объезжай нас, а то мы на задании. Так, нам дается опять 10 минут. Я надеюсь, это не... Так, это не... Вау, это что-то сложное. Ой-ой-ой, ты куда попер? Из-за тебя у меня осталось одно... Блин, что ты наделал? Вот какие некрасивые и плохие водители попадаются на дорогах. Это плохо. Они мешают нам проходить парковку. Ну-ка, давайте-ка. Сейчас-то мы точно справимся. Сейчас нам-то не будет никто не мешать. Ну-ка, давайте-ка. Заезжаем, получается. Или как нам? Воу-воу-воу-воу. Это не так уж и просто, оказывается. Ну ладно, мы с этим, в принципе, справимся. Так, аккуратненько. А как тут-то объехать, йоу? Я-то все понимаю, но тут-то... А, давай-давай, отъезжай. Я тебе поморгаю, давай. Отъезжай. Куда ты? Уезжай. Ты мне мешаешь. И теперь нам нужно будет заехать вот сюда. Да, давай. Уезжай. Только забор не снеси, хорошо, таксисты. А то таксисты, да, таксисты любят загораживать пути во двор, во въезд. Так, отлично. И опа. Ну-ка, что еще не так? Ну-ка, опа-на, отлично. Теперь мы выезжаем. Так, таксист, не дергайся только, аккуратненько. Это у меня машинка-то у меня не такая уж и дешевая, как у тебя. И ремонт-то будет у меня дорогой. Теперь мы выезжаем отсюда и едем аккуратненько в другое, второе место, где нам нужно там выполнять задачку нашу парковочную. Ну-ка, поехали. В принципе, это сложность максимальная для меня, по
достижимо. О, тут они добавили еще какие-то прикольчики, заборчики, всякие штучки, дрючки. Ну-ка, заезжаем и смотрим, что тут у нас за суета на парковке. Точнее, не на парковке, а на заправке. Это какая-то суета. Ладно, давайте-ка справимся на изи. Так, ага. В принципе, суть-то ясна, как нам заезжать. Вот так просто делаем вот так вот. Разворачиваемся и сдаем назад. И на вот такой скорости можно еще чуть поддать. И вот так, я думаю, мы докатимся до парковочного места. Ну-ка. Сейчас вот таким вот образом мы заезжаем на парковочку. Спокойненько, никого не трогать. И готовимся нажимать на ручник. Опа, изи. Изи парковка. И теперь мы едем куда? Ой-ой-ой, какой-то у нас пикап тут присоединился. Оу, вот это да, топ-задание. Топ-задание для настоящего Личи Топчанского. И теперь нам нужно куда припарковаться? Я не понял, это что такое? А, вот оно что, дорогие друзья. Так, тихо, главное не сломать. Оу, куда? Куда ты спрёшь, таксист? Отъезжай. Ой, что происходит? Паника. Спокойно. Сейчас нам нужно будет просто заехать вот сюда. Просто заехать, аккуратненько. Так, развернись. Так. Воу, что происходит? Мне это не нравится. Нужно развернуть нашу эту штучку и поместить ее. Блин, как же это жестко и сложно. Ладно. Так, спокуха. Если бы тот таксист нам не помешал, было бы все намного лучше и прекраснее, чем на данный момент. Но ладно, попробуем сейчас аккуратненько заехать, ничего не цепляя. Вот на такой скорости, в принципе, это возможно. Если бы в нас никто не врезался, это было бы намного лучше. Но, в принципе, мы уже доезжаем. Доезжаем до нашего места и паркуемся, готовимся нажимать ручник и... Good, very good. Ого, мы прицепили тачку, я надеюсь, она никак не отменит нам задание, если она зацепит забор. Так, приорка-то у нас... Воу, приора-то у нас прицепилась. Теперь мы... Ой. Так, приорка, держись давай, родимая, давай. Мы сейчас тебя отвезем, получается, туда, куда нужно, и все будет... Отлично и прекрасно. Так, аккуратненько едем. Я понимаю, что машина у меня супер быстро. И никто, наверное, кроме меня не будет принимать на ней задания парковки. Но все-таки постараемся это делать максимально аккуратно и на максимальном позитиве. Потому что еще тут какие-то странные пешеходы. Я боюсь их сбить. Они могут резко начать переходить дорогу. И девятка может начать перестраиваться. Но все-таки нам еще ехать полкилометра. И нормально. Пойдет. Мы, в принципе, справляемся. Но вот эта машина, конечно, дает чуть-чуть буксир какой-то такой небольшой. Но ладно. Нам тут осталось ехать-то совсем чуть-чуть. Я так понимаю, нам нужно заезжать вот сюда. Так, тихо. Заносит там машину, заносит. И куда нам? В мастерскую, да, получается, ее нужно припарковать к мастерской. Ну ладно. Оу, еще и развернуться нам придется. Ну, конечно, задачка у нас немножечко, которая заставляет подумать головой чуть-чуть. Вот так вот заезжаем на кустики, правда, но... Оу, вот это проблема. Тихо. Я ничего не хотел взять. Фух. Спокуха. Ладно, делаем вот тогда задний ход. И вот таким вот образом постараемся не сбить фонарик и просто проехать нормально, Всего лишь-то просто не задеть мусорку. Просто аккуратненько заезжаем вот так вот. И не зацепливаем бордюр. Фух, отлично. Ну-ка. Yes! Все, вроде бы мы справились. Good, nice. Теперь давайте-ка попробуем поехать к нам, получается, в далекие края. А именно вот туда. Уже у нас наступил закат. Ой, уже у нас рассвет, получается. Солнышко светит. Я даже не заметил, как быстро так у нас появилось солнышко. Ну давайте-ка заглянем теперь, получается, в коттеджи. И посмотрим там, какие у нас задания, дорогие друзья. Потому что я обещал сделать большой ролик с парковкой. И я надеюсь, вы его досмотрите до конца. Потому что в конце это кодовое слово. Не забываем. Как бы я стараюсь сделать вам прикольно
сложный ролик. Так, сложность средняя, мы такие избегаем задания со средней скоростью. Так, язык-то у меня заплетается. Ну, надеюсь, что вон там в начале коттеджа, там настоящая парковка будет, настоящая. Ой-ой-ой, я реально стал, кстати, ездить более-менее... Так, низкая, блин, я не хочу низкую выполнять. Низкая, это зачем? Низкий мы не выполняем. Если вот там еще... Так, разворачиваемся, да, получается? Или наоборот мы действуем? Да-да-да, разворачиваемся. Ой-ой-ой, кнопка-то не нажалась. Так, спокойно. Теперь объезжаем все преграды на дороге и стараемся поехать на последнее задание, которое может быть... более-менее таким нормальным в игре. Это последнее на коттеджах. Я надеюсь, оно имеет максимальную скорость, максимальную сложность. После вот того, вот где-то тут должна быть еще одна задача на парковку. И надеюсь, она будет самой сложной и иметь максимальную сложность. Ну-ка. Да. Давайте, она в принципе высокая, не максимальная. Но ладно, давайте-ка пройдем ее еще и уже будем... заканчивать, закругляться. Давайте-ка попробуем пройти все эти сложные максимальные задачи парковки. Я надеюсь, это будет сложно. Припаркуйте автомобиль. Это получается, где у нас это парковать? Мы его будем сейчас... Воу, как круто! Это прикольное место такое они сделали. Блин, какая тут оживленная парковка. Жалко, что в игре его просто нет. На самом деле оно создает больше игре такое живое, что ли. Ой, живой какой-то такой вид игры. Чтобы в игре реальность парковки такие интересные. Ой-ой-ой, как прикольно. Я надеюсь еще, ну хотя бы так. Слава богу, что нужно заезжать-то передом, получается. Так, аккуратненько развернули руль и потихонечку заезжаем. Так, чуть-чуть газку, потому что я много боюсь давать. Боюсь. Утягивать. Опа. Отличненько. Приколдес. Стоп. Нормально. Живем. Опа. И чуть-чуть еще вперед. Опа. Чуть-чуть. Ну-ка. И good, very, отлично. Теперь мы... выезжаем теперь отсюда. Надо теперь еще постараться выехать отсюда нормально. Но это, я не знаю, как это сделать, но постараемся сделать это более-менее аккуратно. Ну-ка, давай, разгоняйся, выезжай. Отлично, нам осталось развернуться вот так вот. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Опа, отлично. И теперь проезжаем вот сюда и едем дальше. Что нам нужно сделать? Ага, то есть задача у нас в этом же районе, в этом же округе. Фух, но это уже будет посложнее, да? А нет, в принципе-то главное залезть, поместиться тут чуть-чуть вот так вот. Место, конечно, маловато для таких тачек, но все-таки... Опа-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 па. Чуть-чуть бы и была бы крышка, но все-таки мы справились практически. Осталось выровнять-то нам руль. Так, давайте-ка подгоняем скорость. Давайте выкручиваем руль максимально. Что-то у нас пока что не получается. Опа, нормально, живем. Но что-то у нас не идет. Стоп. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Стоп. Отлично. Что-то было отлично, но сейчас опять не отлично. Отлично. Стоп. Фух. И последняя задача у нас осталась где-то в другом месте. Где это? У нас осталось 45 секунд. Блин, я задел машину. Я поторопился чуть-чуть и... испортил все. Так, 35 секунд, я не знаю, я успею или нет. Я боюсь, что я не успею. Я боюсь. Блин, это будет сложно. Блин. Фак, я нечаянно просто запереживался и нажал наперед. Блин, как же мне стыдно за это. Дорогие друзья, извините. И что нам, 26 секунд все-таки оставят? Но это маловато все-таки, я считаю. Фух. Припаркуйте автомобиль. Если бы мы еще близко бы находились бы к этому, получается, месту, то это было бы намного легче. Ладно, это первый провал за видос. Я не знаю, почему так нам не повезло, но все-таки, надеюсь, сейчас-то у нас получится. Ой, ноу, это сложно, мне придется мордоваться тут. Я не люблю такие, вот такие вот задачи, это, блин...
сложная парковка, сложная, я не знаю. Мне она не нравится, я не знаю. Не очень-то прикольно, но ладно, ладно, постараемся пройти. Но почему-то оно не дает нам нормально поиграться. Так, стоп. Выравниваем, ладно. Так. Ну-ка, зеленая, сгори. Так, найс, отлично. У нас еще 2 минуты есть. Теперь выкручиваем руль. Даем назад полностью. Сдаем. Опа, отлично. Мы заспидранили практически нужное нам время. И теперь... Как? Что я задел? Ладно, берем еще одну попыточку. И все-таки постараемся пройти ее с первого такого дубля, так сказать. Надеюсь, все у нас получится, потому что, в принципе-то, это не сложно, но все-таки заставляет задуматься игра. Опа. Ну-ка, найс. Что-то же было зеленое. Ну-ка, давай, зеленым загорайся. Загорайся зеленым. Ну. Я сколько буду газовать? Ну. Давай. Найс, отлично. Теперь выкручиваем руль. И выезжаем отсюда, выезжаем. Опа. Спидран парковки. Ой. Главное не свалиться. Отлично. И теперь заезжаем вот сюда вот. Получается, ой, развернитесь, повернитесь. Как же все, они замудрили. Ладно, опа, стоямба. Резко. Опа. Так, теперь нам нужно аккуратно выкручивать руль. Блин. Я задел его случайно. Я не хотел. Машина слишком резкая, поэтому не получается с первого раза. Ну ладно. Ой. Я переживаю, что не пройду опять. Господи. Как же сложно эту парковку проходить. Ребят, напишите в комментариях, вы с первого раза прошли эту парковку? Если да, вы, по-моему, монстр тогда считаетесь. Потому что, ну, у меня не получается никаким образом ее пройти с первого раза. Я надеюсь, у вас это получилось с первого раза и без всяких проблем. Потому что тут кнопка газа не с первого раза срабатывает, и из-за этого все плохо. Ну-ка. Я просто боюсь врезаться в заднюю такси, вот эту дебильную. Ладно. Опа. Блин, ну почему же? Вам не нравится, что я так припарковался? Почему? Так, ой, как же было это близко, ну ладно. Так, аккуратненько, припаркуемся. Ну-ка, давай, родимый, yes! У нас минуточка есть, чтобы сделать то, что я хочу. И теперь это делается... Ой, давай, родимый, у нас время больше, по-моему, чем в прошлый раз. И надеюсь, у нас это получится сейчас сделать. Так, давайте выкручиваем руль вот сюда. Выруливаем и теперь просто сдаем назад и аккуратненько заезжаем, аккуратненько даем газку чуть-чуть. Давай. Опа, отлично, просто шикарно. В принципе, практически шикарно. Опа, да почему? На самом деле, это самое сложное задание, которое могло быть, в принципе, как и для меня, так, мне кажется, и для любого игрока симулятора Автомобиля 2. Я не знаю, как вы быстро справились с этим заданием. Если вы сделали это быстро, то вы просто, я не знаю, гений просто. Вам нужно дать за это Нобелевскую премию и... отблагодарить вас за старания. У меня не получается никак. Вот как бы я бы не хотел, у меня не получается ни с первого раза, ни с первой попытки. Потому что, ну вот, я как бы заехал-то нормально. Но вот что-то-то не нравится. Ой, что-то понравилось. Но вот опять что-то не нравится игре. Ну. И что, опять не нравится? Опа, что-то понравилось, опять не нравится. Ну-ка, давай, может понравится. Опа, отлично. У меня еще есть 2 минуты в запасе. Найс. Главное, никого не задевать и выехать нормально. Опа, выехали. Отлично. Дальше что делаем? Дальше мы прокатываемся вот сюда. Нужно будет развернуться, да, получается? Конечно же, надо развернуться. Ну ладно, давайте сделаем это вот так вот. Опа, вот так вот разворачиваемся. И теперь вот давайте с этой стороны попробуем заехать. Может быть получится. Чуть-чуть сбавляем скорость. Чуть-чуть и начинаем заезжать прям сразу же с момента. Опа. Так, блин. Чуть-чуть не получается, но все же, вот с этого момента, чуть поподробнее, опа, на, Games, симулятор автомобиля 2,
Ну-ка. Опа-на, опачки. Должно получиться, в принципе. Но пока что не получается. Но я надеюсь. Так. Yes! Давай. Ну. Давай, у нас же получилось. Ну-ка, давай назад чуть-чуть. Опа-на, оу. Good. Теперь выкручиваем отсюда. У нас еще две попытки есть. Два, получается, разрешения на ударить что-либо на этой парковке. Ой, вот сейчас мы должны пройти это по-любому, по-любасу. Так, стопинг. Теперь мы еще, наверное, проедем. Ой-ой-ой, так не так сильно, но теперь... Да. Теперь у нас должно это получиться просто с первого дубля. С первого дубля и попытки. Ну-ка. Ика, опа, чика-дрика-чика. Опа, изи, good. Мы прошли это. Фух, дорогие друзья, я уже думал, что я никак не справлюсь. Поэтому, дорогие друзья, надеюсь, вы досмотрели до этого момента видос. Если вы досмотрели до этого момента, напишите в кодовые напишите кодовое слово. Получается давайте-ка придумаем что-нибудь. У меня чуть-чуть голос просел, потому что я долго разговаривал. И давайте-ка напишем кодовое слово. Получается туманки. Все те люди, кто напишет слово туманки, обязательно попадут в мой следующий ролик. Так что, дорогие друзья, если вы на этом канале впервые, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Ну а с вами был Личи, и всем до скорых встреч, дорогие друзья.